Это сорт фундука шедевр. В этом году обильный урожай. Шедевр всегда дает хороший урожай. Но здесь низина. Здесь бывают заморозки. Вот она, это низина. Рядом лес. Рядом птицы. Вот такие вот орешки. Уже созревшие. Сейчас 23 августа. И орех уже готов. Вот здесь собирали. Это все шедевр. Прятали немножко от птиц. Накрывали местами сетками. Ну, а дальше уже пойдет белка. Вот это сорты. Импортные сорты. Они немножко не выдерживают заморозков. А шедевр выдержал. Вот в этом холодном яру был заморозок, и он выдержал. И хороший урожай орешков. Вот так они созревают. Ну, срываем мы вместе с кластерами, потому что если пропустить, то орешки посыпятся на землю. С земли не так уж легко собирать их. Вот, еще раз посмотрим. Вот они внутри уже коричневые стоят. И вот кластер, сам кластер начинает сверху вот коричневеть. Вот там посередине тоже. Это, конечно, маточные кусты. Здесь берутся отводки и размножаются насаженцы. Эти кусты уже убраны, вот еще остались. Убрать нужно. Из-за заморозков внизу урожай послабее, вверху обильный. Вверху на ветках обильный урожай. Вот такое обилие. Это каждая ветка такая. Вот здесь укрывали от птиц. Орехи крупные. Потом посмотрим на них. Сорванные орешки вместе с кластерами вот так храним. Вот в таких ящичках раскладываем. Они здесь в тени проветриваются и дозревают. Как бы дозревают. Забирают все питательные элементы вот с этих кластеров и становятся вот такие вот коричневые. Затем, ну, через 5 дней они легко вынимаются с кластеров и опять просушиваются уже отдельно. Это двумя днями раньше были сорваны. А это вот сейчас привез, выгрузил, вот так немножко придет. Приходится по утрам работать, потому что днем сильно жарко. Сейчас это сорт шедевр, все. Вот это сорт Украина.
Это с одного маточника сорваны. Орешки с одного маточника. Это, наверное, 10 маточников там было. И вот сколько шедевра. Конечно, птицы много. Много птицы унесли. Много орешков убрали птицы. Вот нам досталось вот что. Потом еще посмотрим, когда все это отберу, переберу. Вот, удалю эти кластеры. Орешки сейчас свободно вынимаются с них. Вот. Очень хороший сорт. Шедевр. Забрал орешки с кластеров. Вот такие вот они. Процентов 2 было вот таких пустых. Вот когда сверху вот такой черный, он пустой. И если он не снимается вот с этого кластера, значит он тоже пустой. Бывает по 4, максимум 5, и очень редко. А так в основном 3-2, вот кластеры вот таких орешков шедевра. Вот они. Вот такие. Сейчас их взвесим. И узнаем, сколько один весит. Вот включим весы. И положим сюда. Вот сколько орешков. Посчитаю их. 5, 10, 15, еще 2 орешка. 20, да? 5, 5, 5. Угу. 20 штук. Значит, получается 2,5, чуть больше 2,5 грамма. Средний вес вот таких орешков. Они уже высушены. Также сейчас еще раз по нулям. Вот беру. Вот и маленькие есть, покрупнее. 4, 5, еще 5, 10. Так, еще 4 сюда брошу. Вот 4. Ну, здесь 55 грамм получилось почти. Ну, и 2,7 грамма получается средний вес. Ну, и сейчас я вот эти орешки перещелкаю и посмотрим, на какие ядра здесь. Ну, вот они, вот такие. И тоже взвесим. Ну вот, почти 50%. 50% веса
вот таких ядер. Конечно, Шедер очень хороший сорт, но вот есть вот такой фундук, называется Римский. Сколько здесь их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, два, три, 24 штуки. 84 грамма. Вот так вот. Почти 85 грамм. Вот такой фундук бывает. Конечно, немножко покрупнее. Но менее урожайный. Вот такой фундук. Это Истрия длинная. Вот она. Истрия длинная. А вот это... Истрия круглая. Это с одного питомника. Два сорта вот таких орешков. Ну, у нас, конечно, много сортов, но все показать невозможно. Да и птицы много унесли на некоторых сортах. Унесли полностью птицы. Птиц там много. Ну да ладно. Вот такое видео по сорту Шедевр. Вот он, Шедевр. Он самый урожайный. Очень морозостойкий.